также все внизу. Внизу тоже есть в этом сам терминал внизу. То есть терминалов никаких нету. То есть терминал не работает, никаких перелетов, взлетов нету. Все пусто. Вот вы можете сами посмотреть. Вот видите время отправления. Неважно куда, вообще без разницы. То есть, допустим, тут куда у нас будет Сеул, Шанхай, Гонолу, Лос-Анджелес. Все отменено. Все отменено. Ну, вы сами видите, людей нет. Ничего нет. И это только 6 часов. То есть вообще все полностью пусто. Никого, ни души. Вот это как бы сотрудник, можно сказать. Ой, очень много здесь других людей, туристов. Не знаю, откуда они. Сегодня буквально ко мне два человека подходило и спрашивали меня, что самолетов нету. То есть, видать, опоздали на рейс. Спросили меня, если самолет, сказал, нет, все, cancel. Они плачут, сидят, не знают, что делать. Вот, вот так вот все выглядит. Никого нету, нигде вообще, все пусто. Все полностью вообще. Там вот это все ходит, этот рабочий персонал. Там тоже никого, ничего, все пусто. Вот только вроде как вот я вижу там где-то China Airlines. Вот здесь, не знаю, что это, не знаю, если честно, что это значит. Вот, ну и еще не буду спускаться. Вон еще вон там наши туристы положились. Вон там вот. И некоторые расположились. Там вон внизу тоже спят на шконках. Вот. Так что в целом условия нормальные. У нас есть кипяток, у нас есть электричество, у нас есть там интернет безлимитный, нас не выгоняют. Но в принципе в целом не сказать, что холодно в помещении. Вот, волонтеры еще еды нам привезли. Люди все предлагают деньги. Не знаю, зачем нам эти деньги. Мы говорим, мы отказываемся категорически от всех, вообще от любых денег. Мы отказываемся уже практически от еды. Мы сами можем себе позволить. Работает Лавсон, ну, один круглосуточный, но там еды крайне мало. То есть она ее туда, я не знаю, походу то ли персонал разбирает, потому что других магазинов вообще нету никаких. Терминал новый, мы полгода его построили для Олимпийских игр. Поэтому его как открыли, так и походу и он не функционировал в полную силу, так сказать. Вот. Так что вот как-то вот так вот.